Красочные бутерброды с килькой в томатном соусе можно приготовить, запекая их в духовке и подавать в качестве перекуса или к горячему на обед. Блюдо получится сытным и вкусным. Сочная и питательная закуска готовится всего за 10 минут при наличии у вас на кухне духового шкафа. Консервы можно приобрести в любом супермаркете или магазине, как и хлеб, сыр. Бутерброды с килькой в томатном соусе – отличный вариант для перекуса. Консервы килька в томатном соусе – 1 штука. Сыр пармезан – 50 грамм. Хлеб ржаной – 3-4 штук, ломтика. Зелень – 2-3 штук, веточки. Количество порций – 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Хлебные ломтики разрежьте по диагонали на аккуратные треугольники. Вскройте консервы и переместите содержимое в пиалу или миску, измельчите вилкой. Выложите на ломтики хлеба рыбную массу равномерным слоем. Сыр пармезан натрите на терке с мелкими ячейками и присыпьте им сверху бутерброды. По желанию можно заменить такой сорт сыра любым другим твердым сортом. Пармезан тугоплавкий сыр, но очень ароматный. Застелите противень пергаментной бумагой или просто выложите на него подготовленные бутерброды. Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в нее противень. Запекайте около 5-6 минут до расплавления сыра. Промойте выбранную вами свежую зелень, измельчите ее и присыпьте сверху горячие бутерброды. Подавайте к столу теплыми с чаем или кефиром.